Так. Так. Надо, кстати, купить там. Представляете? Дошло до того, что у нас существует DLC для, сука, симулятора геймпада. Перед эмулятором. Так, о, есть. Сразу на строчке залетим, включить. Ну, классика. Как бы зачем нам ограничение по высинку, если мы можем его выставить сами, действительно. Все на ультра, ну, окей. Надеюсь, сохранилось. Ну, ладно, поехали. Доделка. Лазарет. Так, ты заткнись. Погнали. Прошло 4 года. Корабль под названием МТС Эндуранс исчез во время своего путешествия через Атлантический океан. Вы член спасательного отряда, посланный расследовать сигнал о бедствии, который пришел однажды с потерянного судна. Окей. О. Чувствительность такая резкая. Жесть. Когда крутишься, все смазывается. Ладно, пофиг. Чувствительность камеры, конечно, 10 из 10. А вот ходить он может как калека, видимо. Понимаю. Давненько я не держал, кстати, в руках геймпад. Прямо аж соскучился. Ну конечно. Куда мы без этих цепей? Куда мы без этих цепей, которые появляются ровно один раз за игру в самом начале и которые можно хлебалом потрогать? Куда мы без них? Вы что, смотрите, как мы можем? У нас тут цепь по физике крутится. Вау. Риск ассессмент. Чего? Рассчитать риски, уменьшить или контролировать риски, записать это утверждение. Какой стерильный пол. Можно было и лучше сделать, раз уж вы корабль делаете. Ну, хотя бы более детально, что ли. А присаживаться мы умеем. А бегать мы не умеем, видимо. Хотя... Видимо, не умеем реально. Хотя и не факт. Так, чё? А можно мне зум? Просто какой-то чувак дергается. Мне показалось, или цепь колбасил? Нет, мне не показалось. Да. Цепь встала. Повисла. Встала. Повисла. Встала. Повисла. Встала. Повисла. Физика. Я так быстро хожу. Прям круто. Прям ты такой быстрый. Никто за мной никогда не успеет. А. Подожди, четырехзначный, блин. Четырехзначный ломать долго. Можно, конечно, одно колесико про это прокрутить. Одну циферку хотя бы. Но тут тогда придется угадать одно из десяти. Из девяти даже. Десяти тут нет. Хотя нет, тут есть ноль, так что из десяти. Ну... Это, скорее всего, четверка, либо какие-то низкие цифры. 1, 2, 3. Ну, привет, поточник. Ну, привет, одинокий раввин. Владелец трех мин. У меня со вчерашнего стрима просто прет. Был прикольно вечером. Значит, слушай, я наткнулся на принцессу нижнего интернета. И мне понравилось.
Там было весело. Я очень редко это говорю, но там было забавно. Только авторизированный персонал, а я кто? Ну, ну ладно. Чё, рассказывай, боишься хорроров? Или работа твой хоррор? Аниме Ваха где? Все здесь. Кстати, да, ты насчет Вахи правильно угадал. Ух. Ух. Это ты правильно угадал. Надо ее убрать. Ваха. Ха-ха. А хотя, знаешь, нет, не буду убирать, пусть остается. Пусть остается. Вархаммер это трогать нельзя. Теперь тут будут еще и хорроры. Так, дверь. Ну, конечно же, она закрыта. Конечно же. Я атмосферы не чувствую. Типа, ну, корабль. Я спасатель на этом корабле. Но почему я один? Где все? Почему я трогаю лицом цепи? Мне кажется, я видел эту игру. Это какие-то хасидские замашки. Это женщина? Или это жилет? Или это все-таки женщина? Так и не определишь. Наверное, это все-таки жилет. Или жабры. Странно. Так, а еще есть дверь там, да? О, молоток. Ну, мы же в хорроре. Тут нельзя трогать молотки. Это запрещено правилами. Так, хорошая новость. Мы в перчатках. Окей. На нах. Мне это очень сильно напоминает дешевые игры вроде Poppy Playtime, там что-нибудь такое. Ну, чувак явно высох. Хотя лежит в луже какого-то клубничного джема. Кровью это назвать сложно. Слишком уж красочно разбрызгало. Что здесь вообще произошло? Почему перед дверью кровище столько? Странно. Фонарика у нас, конечно же, нет. Чувак хотел повеситься или что? А если только на лампочке. Мне одну начальную цифру только. 1947. А, ну, в принципе, они мне спалили весь код. Ну, ладно. Весь так весь. Оп. Так тоже можно. 1947. Ну. Здрасте. Я же говорил, что вероятнее всего... Сейчас встанет. Вероятнее всего первая цифра какая-нибудь маленькая, низкого порядка. Единичка какая-нибудь, например. Чаще всего я в кодах встречал числа до четверки. Очень редко 6 и еще чаще девятки. Вроде. 19.40 с копейками. 46-47. Как же он медленно ходит. Так, нет, подожди, мне не сюда. Меня привлек цвет. Цвет. 19.47. А можно ходить побыстрее? Видимо, нет. Так, 19.47. Якорь тебе в глотку. Ха, сюда. Так, и зачем мне это? О, теперь булочка. А мы тут это...
Сказал бы, я плюшками балуемся, но нет. Просто, ну, знаешь, такой день. Понедельник, все на работе. Сколько там? Время 4, ну, 5 практически. А я тут в хорроры играю. О, оно все-таки умеет ходить. Стой. А куда? Это не он. А где? Ладно. Ради эксперимента решил проверить описание, нашел твич. Все правильно, все правильно. Ты все правильно сделал. На то и был расчет. В смысле? Так, ладно. Это была очень страшная сцена с утаскиванием человека. Мне кажется, или... Нет, это мои шаги. Я все еще не чувствую атмосферы. 16 минут без атмосферы. Попробуем эту дверь. Она вроде еще открывалась. А, ну конечно. Конечно. Ладно. Хорошо. Может, к вечеру люди соберутся. Может быть. Я вот думаю, во что сегодня зарубиться. У меня все еще есть лона, которую надо бы допройти. А прыгать мы тоже не умеем, да? Потрясающе. Надо лону добить. Надо персону добить. Надо очень много всего добить. Блин. Какой большой выбор. Якорь. Зачем мне якорь? Инвентаря у нас нет. Якорь, якорь. Клятие вечного зрителя. Что это? Один человек с разными именами, который сидит и смотрит, или ты про пасту? Давай, рассказывай. Что за фигня? Да блин! Подождите. Фу ты. Мне аж показалось, что этот руль вписался в дверь. Так, и в чем это выражается? Что это вообще такое? Вот вроде корабль, блин, а идти некуда. Там я был, там закрыто. Там я тоже все прошарил. Пойдем тогда дальше по коридору. И, может быть, однажды мы наткнемся на долбанный сюжет. А вот эту дверь я трогал или нет? Она, по-моему, закрыта была, да? Да. Ладно. Сюда. Это я вечно смотрю где угодно, чтобы это не было, я только могу смотреть, не взаимодействую. Так это ж нормально, это называется общество потребления. Потребляешь контент визуально, все типа окей, все нормально. Блин, он похож на раздутую куклу, как будто ему загнали шланг в одно место и надули. Так,
Что это? Рукой не сломать. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я сломал это чем? Огнетушитель ты брать не умеешь. Может быть, молоток? Я где-то здесь видел. Вон лежит. Может быть, молотком ты сможешь вдарить пару раз? Нет? Молоток это для слабых, не для тебя? Ладно. Как темно. А чем тогда? Ломик, может быть, какой-нибудь? Этот чувак прикольный. Так заныкался. Звоночек. Или нет? Или это каска такая? Это каска. Жесть. О, вот куда надо было якорь сунуть. А? Что? Так. Не, ну, судя по тому, что мне бегать не надо и нельзя, то круто. Не придется убегать от всякой шушеры по коридорам. А пугать нас будут? Нет? Ну ладно. Да и не больно-то и хотелось, на самом деле. Хорроры! Ой! Не обращайте внимания, я просто не выспался. Хорроры на самом деле вещь такая, как бы страшная, как бы и нет. Но ее просто не существует, поэтому как-то так, чел. Сжимает кулачок, а в кулачке что-то похожее на ключ. Почему у меня такое ощущение, что если я сейчас возьму этот ключ, то начнется какая-то жопа? Дай. А, он все-таки не из пепла. У него рука разжимается. Ключ. От лестницы. Ну, сейчас начнется. Бежать. Мы умеем бегать. Мы умеем бегать. Вау, что? Нет, блин, это очень плохо. Это очень плохо. Значит, все-таки придется бегать по коридорам. Я так этого не хотел. Я так этого не хотел. Когда люди делают хоррор, они основываются на классических, как бы пугающих элементах. Это когда тебя преследуют и когда тебя внезапно пугают, то есть скримаки. Они же скримеры. И моветон, плохой тон разработчиков, когда они делают свои игорки, это делать долбаные погони. Сейчас он должен выдать скример мне. Либо это будет смерть. Просто мне больше никуда не пройти. А. Ну ладно. И возьмем, к примеру, какой-нибудь Silent Hill. Сколько ты лег спать? Я не ложился спать. Сон — это удел слабых. Возьмем какой-нибудь элементарный Silent Hill. Да, там тоже есть погони. Да, там есть монстры. Но там есть боевая система. Ты можешь дать отпор. Тебя не заставляют пугаться просто потому, что ты беспомощное чудо, которое не может взять сраный молоток в руку. Silent Hill брал всегда своей атмосферой, интересным сюжетом, сайд-историями, а не вот это вот все, когда тебя кидают на корабль и такие: так, сейчас ты будешь бегать по коридорам, и если ты не будешь бояться, то это твои проблемы. Хоррор с дробовиком — это хоррор, конечно, конечно. Хоррор можно сделать из чего угодно, даже из шутана, потому что все зависит от человека, который его делает. Вот эти люди, которые делали этот потрясающий корабль с невероятно удобным управлением, в кавычках,
этого не умеют. Они умеют разливать... Что это? Ну, варенье, судя по всему. По чистому выскобленному полу. Он просто чистейший. Который портит всю атмосферу одним своим существованием. Вот он есть, вот он чистенький, гладенький, вылизанный. Не создается впечатление, что ты идешь по кораблю и что тебе должно быть страшно. Мне наоборот не страшно. Мне смешно. А вот потолок ржавый. Нет. Они не могли сделать ржавым пол. Они могли сделать ржавый потолок. Ладно. Больше варенья. Это я люблю. Персональное защитное снаряжение. Ага. О. Солнце, луна. Гвин. Она откроется? Почему она деревянная? Мы же вроде на корабле. Ладно, она, видимо, не откроется. Да, и кому нужна эта дурацкая лампочка? А, да? Ну ладно. Он так счастлив. Просто посмотрите, как он улыбается. Такая довольная мордашка. Мне кажется, ему хорошо. Отдай. Так, подожди, ты собираешься вытащить это из него просто? Ага. Но другой конец тоже должен быть загнут вроде. Немножечко. Ну или нет. Ладно. Я так понимаю, нам обратно. Чувак, я тебя видел. Это ты разливаешь варенье? Это ты портишь корабль, гнида? Я же тебя достану. И ломик в жопу засуну. А вот и не страшно. А вот и не напугал. Блин, ну ты бы хотя бы тайминги, что ли, соблюдал. Знаешь, вот... Когда идешь в темной комнате, да, и делаешь это медленно вот так, и впереди какая-то херня. Вот тогда это, может быть, еще сработает. Кстати, зря ты тратишь банки на каких-то там несчастных жалких котов. Мог бы пиццу заказать. Блин, может тоже пиццу заказать? Хотя... Не. У меня пока есть еда. Ого. Я типа так корабль накренила. Прикол. Подождите. Подождите. А почему? Здесь теплоцентрали свисают цепи. Так, это вход вообще. Где была комната с этим... Блин, как ее? Там шкафчики были, и в шкафчике этот черт сидел. Пепельный. Или не пепельный. Внизу, по-моему, да? Где-то здесь. Подожди, это что сейчас было? Какие-то беды с освещением. Так. С чего началась игра, или ты просто пришел на корабль с ничего? Тебя просто кидают корабль с предысторией в виде текста. В каких-то там годах пропал корабль. Потом от него появился сигнал SOS.
И направили отряд спасателей. И вот ты спасатель, почему-то один не рассказывает, тебя просто кидают за красную дверь, и ты типа, ну, типа ты спасатель. Статуи начали появляться на третий день. Сначала их было одна или две, но потом начало с каждым днем их становиться все больше. И к концу недели из трех их стало десятки. Страницы вырваны. Иногда статуи начинают двигаться. Они убивают... Они уже убили три человека. Какие-то странные слова. Когда мы покидали карантинные зоны, я whistled. Попытался привлечь внимание экипажа, и одна из статуй... А, свистнул, чтобы привлечь внимание экипажа, и одна из статуй свистнула в ответ. Кек. В общем, опасно, статуи начали двигаться и бла-бла-бла. Понятно. На Y свистеть, чтобы раскрыть ближайшие угрозы. Да пошел ты, гребаная статуя. А спасатели отправили с голой жопы, не считая одежды. Да у меня че... Какой жопой? У меня даже монтировки не было. Это чудо в перьях. Ну, судя по тому, что у него нет ног... Без перьев. Не может даже взять сраный молоток. Вот лежит молоток. Вот. Вот лежит прекрасный молоток и гаечный ключ. На 18, кажется. Берешь молоток, хоть он ржавый, и идешь ломать статуям головы. Но нет, это не про нас. Мы просто спасатель, у которого есть перчатки. Ну, ладно. Этот свист прям как Марко и Поло. Ну да, так и есть. Так и было задумано. Зачем я иду сюда? Подожди. Нет, подожди. Блин. Так, я открыл эту дверь. Окей. Так нету больше путей. А куда мне еще идти? Подожди секунду. Там кто-то написывает на телефон. Да. Борода. Блин, уже поздно. Так-то. Ладно, поехали дальше. Хреново получилось. Да что ты? Не, не сегодня. Сегодня у меня нет настроения свистеть. Здесь я ключ подобрал. Связь-то в графический катинизм, к счастью, нет. К счастью, нет. Я просто не помню. Знаешь, не то, что не помню. Беда в том, что геймдизайнер этой игры однажды в пьяном угаре пришел домой и решил, что правильным решением будет сделать двери, которые нельзя открыть, прежде чем ты затронешь какой-нибудь триггер, и не говорить об этом игроку. Поэтому нам надо как-то самим решать, куда идти. И, может быть, какая-то дверь да откроется. А может быть, нас где-нибудь напугают. И тогда будет открыта другая дверь. Возможно, даже анальная. Хотя и не факт, конечно. Так, вот там я точно был. Оттуда я пришел с монтировкой. Так что, по идее, мне туда не надо. Это путь к старту.
Да, мне вроде как тоже не надо. Лифт, в который мы не можем зайти из-за вот этого. Поднимать коленки он тоже не умеет. Ну, там понятно. Дверь, которая никогда не откроется. Наверное. Потенциально, вероятно, возможно. Ладно, пойдем обратно. Так, подожди, подожди, а зачем я... А, я сломал доски на двери ради того, чтобы узнать, что мы умеем свистеть. Вот бы увидеть 173-ю. Блин. Не надо. Это гнида. Слишком опасная. Да и тем более... Раньше было лучше. Вот когда эта сраная печенька... Подожди, 173-я же печенька вроде, да? Вроде да. Когда он выглядел как скульптура, было лучше. А когда на него заявили права и начали газовать, его потом в итоге перерисовали во всех возможных играх какую-то нелепую хренотень, стало гораздо хуже. И... Что-то он мне перестал нравиться. Какая-то бесформенная глина с этими... С торчащей арматурой. А, кстати, подожди. 170 теперь не выглядит как статуя. Ну, как сказать. Он выглядит как кусок говна, в который воткнули арматуру. То есть, как бы... Так видит художник, который его лепил. И во всех играх он, сука, разный. Поэтому как бы... Прошла эпоха СЦП. Прошла. Теперь это превратилось в какую-то страшную помойку. Так, ладно, я так понимаю... Надо свистнуть. Я напомнил... Его утонченным и ровным куском срущего камня. Вот, да, он таким и должен был быть изначально. Но тот художник, который эту скульптуру в реальной жизни сварганил, начал быковать, и там начали прилетать страйки из-за авторских прав. В итоге его перелопатили и сделали куском гранита с арматурой. Торчащий повсюду. Может быть, я... Сучья ты игра. Сучья ты игра. Ну окей, теперь у меня есть фонарик. Круто. Классно. Мне кажется, кстати, здесь бы был уместней старик. Вот прям вообще классно было бы. Узкие коридоры... Низкие потолки и стены, вот это вот все, много этажей. И этот черт вылезает из потолка. Это было бы интересней. Так, фонарик. Фонарик. Фонарик, фонарик. А, подожди, есть предположение, что надо сгонять туда, где телевизор был, потому что там супер темно. И посветить там фонариком. Не просто ж так мне дали фонарик. Надо что-то придумать. Что-то придумать. Оп. Элегантно уклоняемся от цепей. Чтобы не гремели. Так, сходить туда, где был... Где был телевизор. Представьте, как автор этой игры. Я лучше. Я играю в игру так, как она этого хочет. Ну, блин, это же логично. Если тебе дают фонарик, то надо сходить туда, где темно. Во. Это, конечно, не совсем та комната, что я имел в виду. Та комната находится вон там. Кстати, пошли туда сгоняем. Ты пытаешься меня напугать? У тебя плохо получается. Знаешь, когда ты не двигаешься, ты не страшный. О. А этого я не помню.
Не открыть руками. Чел, ты взял монтировку. Ты забыл об этом? У тебя монтировка в кармане. Нет? Все еще не открыть руками? Ну, я был прав. Выключаешь, и тут ни хрена вообще не видно. А если бы я пошел туда, скажем, без фонарика? Вот если бы я знал, что здесь дверь. И вот так вот пошел просто туда. Угу. Ну, конечно, закрыто с другой стороны, конечно. Дернешься? Не дернется. Подожди, он дернулся. Нет, не дернулся. О, прости меня, стенка. Странная поза, ладно. Пойдем дальше. Я примерно так же в автобусе сплю, кстати. Это что? Отражение в крови. Если фонариком на нее не светить. Ох уж этот Unreal Engine. Что? А это вообще не открывается. Ну класс. Одни и те же двери. Какие-то открываются, какие-то нет. Из какого металла сделан лом? Что он выдержал пробивание стены, но сломался, дирая доски? Нет, ну, не говорили, что он сломался. Он есть. Просто этот придурок не хочет им пользоваться. Я потерялся, кстати. Подожди. Угу. Просто этот идиот не хочет им пользоваться. Он привязал лом к ноге, потому что сумки у него явно нет. И просто ходит, смотрит на замки и говорит, что они закрыты. Собственно, на этом его полномочия заканчиваются. На этом его полномочия заканчиваются. А вентиляционную решетку ему не позволяет отодрать монтировкой совесть там или религия, какие-то свои распорядки. Он умеет отдирать чем угодно, но не руками. Не руками и не монтировкой. Надо выяснить, чем. Так, тут еще одна дверь. Я здесь был? Не был. А, я здесь не был. Слишком темно. Так, чувак молится проектору. О, великий проектор. Слайды. Что? В той лестничной комнате что-то есть? В лестничной комнате? В какой лестничной комнате? Там? Та дверь ведет туда-обратно, к лестнице. О, кстати, таймер. Часики надо записать. 11:15. В смысле, 35. Окей. Квадратная лестница вниз, там дверь в темноте. Квадратная лестница вниз. Так, ты лестница, ты квадратная. Дверь в темноте. Я вижу там вылизанный пол. И конец лестницы. Нет, туда вообще попасть нельзя. Не открыть руками. Ладно, оставлю это без комментариев. Я бы открыл ногой. Вот я бы просто взял, пнул эту решетку и открыл бы ее. А мы еще и тени не оставляем, кстати. Мы вампир очередной. Сука. Без фонарика как-то приятнее. Найдите место, чтобы спрятаться. О-о-о. Дуделка? Серьезно?
Так, он выглядит как этот из Resident Evil, чувак в плаще и в черной шляпе. Забыл, как его, тиран. Что такое? Ну, тут сложно что-то рассмотреть. У него в руке какая-то палка-ключ. Ладно. Как спускаешься с лестницы направо? Казалось, там что-то есть. Спускаешься с лестницы. Сейчас, подожди. Сейчас я тут местного любителя закрывать двери потрогаю, только за ляжки. Твердые. Что это такое? Часики. Маленькие часики смеются, тик-так. Ни о чем не жалей. Живи просто так. И чё? Ну, часы. 17. Нет, подожди. 11 было. 35, по-моему. Супер иси. Отвертка. Так, что и кому мне надо отвернуть? А-а-а, шурупы! Приступ словили. Испарился. Как спускаешься с лестницы направо? Ты вон ту дверь имел в виду? Она везет обратно. Там кольцевая. И заходишь сюда. В принципе, больше идти-то некуда. Выходишь туда направо, там еще один поворот направо, и выходишь обратно к лестнице. Левел дизайн уровня бог. Сюда бы левел дизайнеров из Боши. Вот это было бы круто. По-моему, он открутил что-то другое. Ага. Вентиляция, в которой стоит решетка. Сетка рабится. Зачем? Чувак. Это бухгалтер, кстати. Он считает зарплату. Пора-пора-порадуемся на своем веку. Я дверь открыл. Потом поисследуем. Пора-пора-пора-пора-пора. О. Класс, я знаю, куда это можно запихнуть. А что такое? Слайды. И это я знаю, куда запихнуть. Ой. Но это еще не все. Зачем существует вот этот поворот, мне интересно. Все, вопросов нет. Вот мы вышли обратно. Так, пойдем сначала, наверное, воткнем слайды. Хотя они вроде как пустые, но мало ли. Так. Что это? Радио какое-то. Там кнопка. Я знаю, где это место.
Подглядел? Подглядел, да? А если бы я тут передергивал? Так, и мне еще дали луну. Пойдем луну еще на место воткнем. Как же он медленно ходит, сука, как он медленно ходит. А мне еще солнце надо найти, да? Мне еще два круга надо найти, походу. Блин. Ладно. Не забыл, как бегать. К счастью, нет, но лучше от этого не становится. Вот это мы бежим. Вот это мы идем. Разница около нуля. Так, нет, подожди, мне не надо отсюда уходить. Это комната с сейфом. Кажется, только он был закрыт, и открыть его было нельзя. У меня же кода вроде как не было. То... Вот это место. Вот этот сраный сейф. Конечно же, он не открывается. Шла нах. Звук прикольный. Кнопочка. Пуньк. А, да? Беспроводные сейфы? Вау, круто. Блин, можно мне такой домой? Офигеть. А как он? Без проводов, без всего, без Wi-Fi. Я просто кнопку нажал, сейф открылся. Круто. Что? Что? Что, 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 что? Вроде ничего. Ладно, я нашел солнышко. Не нашел свой солнышко. Пошли, воткнем его. Чувак опять молится стенке. Ну, это его дело. Верить в стены. Это точно черная магия. Это точно вымысел разработчика. Ой. Извините, пожалуйста, но дверь очень медленно открывается. А вы не могли бы маленько подождать? Ой. Ну, знаете, судя по всему, я машина, поэтому я не почувствую никаких повреждений, даже перелома не будет, поэтому просто пойду. Я бы даже сказал, побегу. А почему дуделка не дудит? Уж хватать меня. Откроется, не откроется. Она еще и на себя открывается, че за тупость. Чел, часть команды, часть корабля. Часть команды, часть корабля. Ау. Ну да, я точно машина. Сейчас проснемся без повреждений. А, все. Ну, как бы. Ну такое.